Я пишу картины в реалистичной живописной манере уже больше 20 лет. Перед собой ставлю разные творческие задачи, иногда они кажутся невыполнимыми. Сейчас я решил для натуры взять огромный холст, 1 м на 80 см, и за 1.5 часа написать полноценный реалистичный этюд. Многие скептики не верят, что за 1.5 часа возможно написать такое большое полотно. Иногда начинающим художникам за это время не удается даже сделать подмалевок первый слой краски в размере 30 на 40 см. Причина в том, чтобы наносить первый слой краски большими кистями. Вторая причина в том, чтобы не размениваться на деталях, а заполнять большие участки холста, например, небо по отношению к деревьям. Да, это всего лишь навсего этюд, еще не картина, но думаю, что вторым сеансом получится достаточно детализировать, чтобы был полноценный пейзаж.